Всем добра и здравия. Сегодня сделаю небольшую ревизию своих железок, что в гараже лежат, в основном там. Что пойдет на реставрацию, надо посмотреть, отсервировать, так сказать. Ну и посмотреть, что вообще там к чему. Видео сделаю, наверное, и маленькое видео на YouTube, и чуть подлиннее. Кто не любит смотреть там долгие видео, небольшой отчет такой маленький тоже будет. Так что, ну вот, гараж у меня рядом. Нива в гараже уже, все. Оставил ее до весны. Пускай стоит, отдыхает. Ну, в принципе, и гаражи. Там я складирую железки всякие разные. Так, ну вот пришлось мне Ниву подвинуть чуть-чуть. Вот тут подков разных. Все, что с конинкой связано. Там так и был с этим, с ремнем. Не сгнил ничего. Подковы я все собираю целые. Много раздал подков. Часто знакомые спрашивали: подари подкову. Вот, много раздал. Это все, что осталось. Так. Что тут? Всякие пули 19 века. Цветнины всякие. Пары. Хватит. Здесь всякого барахла много, всяких замочков. Надо разбирать все. Ну вот здесь утюги. Это с поселух 19 века. Один и второй. Ну, поселухи разные были. Вот этот вот в этом году поднял маленький. А этот уже не помню. Все никак не доходят руки почистить. Так, ну, всякие сошники, лимахи. Здоровый такой. Это на поселухе средневековый был. Тоже старенький лимах. Так, ну что же, убитый старый. Топоры с клеймами. Такой вот тоже интересный. Так, ну вот, кто не знает, это для правки пилы. Править зубья пилы. Капканы. Один, кстати, капкан. Где-то здесь. Это, видимо, еще один капкан был. Попался. Здесь всякое тоже. Барахлишко. Вот что-то разное. Да, здесь, короче, надо тоже иметь. Разбирать все это. Всякого барахла. Ну, вот еще и дома, кстати, много всякого надо вывести. Это жена ругается. Вези, говорит, все в гараж.
Да, вот, кстати, здесь не только 19-й, начало 20-го, здесь вот есть вот это 18 век. Здесь даже более ранний. Это 15-16 век. Так вот, кто не знает, да, вот примерно, вот если брать 20 век, ну, одинаковые. Здесь ширина, здесь ширина, в принципе, вся одинакова. А вот если брать 18, вот прям видно сужение и расширение. И опять на сужение. А 20 век они. Одинаково. Здесь, здесь, здесь. Здесь шипы вкручивались. Вот. Тоже старенькое. Так, вот еще у меня есть такой вот чемоданчик для мелочевки. Обрано. Так, ну и здесь всякая всячина. Не помню, что здесь есть. Сейчас открою. А, ну здесь всякие монетки. Так, здесь, по-моему, тоже монеты. Так, какая-то тяжелка. Тяжелая коробка. Толстая коробка всяких разных монет. Так, приспособления всякие. Здесь не знаю, есть что нет. Вот крышечка серебряная от часов. Старенький. Есть различные пломбы. Вот это мундштук от трубы. Дуть в нее. Образно так сказать. Это вот. Как ее? Тыльник от ручки. От ручки шашки офицерской. Много разного барахлюшка. Пятаки даже. Екатеринские пятаки. Опять же убитые.
которые не попали в коллекцию. У меня отдельная коллекция есть для сохраны. Более-менее такого нормального покажу еще. Ну и как у истинного копыря, даже вот в полочках. Есть разные запихны. Разные интересные штуковины. Серебряный перстенек. Так. Серебряная медаль. Тому подобное. Да, ну и вот еще коробочки различные. Здесь серебро всякое. Закрутка. Тут тоже все серебряные. Всякие разные заколочки, все тому подобное. Так, здесь у нас тоже всякая мелочевочка. Да, от зажигалок все. Тоже почищенное. Так, это серебро тоже всякое разное. Это все, что еще не добавлено в коллекцию мою, которую сейчас покажу вам. Это тоже от сумки Калиты. Серебряная клепка. Пуговки, жетоны. Так, ну, здесь серебро, чешуя разная. Это все с одного клада там было. Нами поднято такое то, что посчитали, больше 500 штук. Щиток, видимо, опять перстенечка. Тоже перстни серебряные. Прямо кольцо, то есть. Иконка, куски, ну, ленты наградные, так что есть еще чем заняться. Ну, естественно, все это, все, что показывал, пойдет вот, все пойдет сюда вот со временем. Это вот с этой стороны у меня. С противоположной сейчас покажу. Вот. Все пойдет в эту же коллекцию.
и сало, ну и всякого-всякого. Трубка 19 век, опять же перстня различные. Игольница с подвесом. Чернильница. Кресты. Такой вот знак отличный. Кейзер. Да, кстати, я его поднял на поселухе 19 века. Это кривичи, браслет, это вятичи. На поселении дьяковской культуры. Ну, вот так вот, такой вот. А, сейчас еще. Так, это шашка Златоуст, там, с другой стороны. Год выбитый, 1916 год. Такая, это с улицы, в отличном сохране. Да, еще там у меня разная мелочевка тоже готовится. Так, это то, что я в том видео еще не успел это развесить. Это тоже все будет. Писало. Кочедык. Ну, это я уже все показывал. Ключик. Тоже пойдет в ту коллекцию. Так, ну и здесь различные баночки. Это все. Это все еще готовится только. Тоже целая коробка. Здесь всякие замочки разные. Не буду все это тормошить. Всякие замки. Сало, походу. Так вот, достал я ее. Так, вот это серп был поднятый на поселухе 13 века. Даже ближе, там 11-13 где-то так все сыпется, потому что не обработано. А вот еще подковы разные. Да, материала еще много. Так что так вот, работы много. Не одну зиму, я думаю. Всем удачи.